Здравствуйте! Интересно, как выглядит поклейка защитного стекла на телефон Huawei P9 Plus? Вот как это выглядит. Для начала, рабочую поверхность телефона необходимо обезжирить и очистить от пыли. Следующим шагом снимаем защитную пленку со стекла и прикладываем его к телефону. Очень важно не оставлять прослойку воздуха между поверхностями во избежание пятен. Теперь работа экран-сервиса окончена, а телефон защищен. Спасибо за просмотр!